5 июня в рамках всероссийской культурно-просветительской акции «Сказочный мир Пушкина. Семейный квест 225-летию русского поэта». В Центральной библиотеке имени Фазуалиевой города Каспийска состоялось мероприятие, приуроченное к юбилею поэта. Работники модельной библиотеки познакомили участников встречи с биографией и творчеством Александра Сергеевича Пушкина и рассказали о его знаменитых литературных сказках. Мать Пушкина, Надежда Осиповна, была внучкой Ганнибала, а отец Сергей Львович Пушкин. Из детства Пушкин вынес отличное знание французского языка, которую он в детстве знал лучше родного. Семейные команды Арзулумовых и Богомедовых выполняли увлекательные задания, связанные с произведениями Пушкина, отгадывали загадки, читали стихотворения, а также участвовали в квизе. Особое впечатление произвел просмотр анимационной экранизации сказки Пушкина «Сказка о золотом петушке». Ребята с интересом наблюдали за приключениями героев и отмечали знакомые сюжеты. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом, идет направо, песню заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там лещий бродит, русалка на ветвях сидит. Также в рамках мероприятия семьи приняли участие в мастер-классах по раскрашиванию тематических раскрасок по мотивам пушкинских сказок. Юные художники с увлечением подбирали цветовую гамму и воплощали в рисунках любимых персонажей. По словам организаторов, квиз способствует укреплению детско-родительских отношений, популяризации чтения, расширению знаний об отечественной культуре и литературе. По итогам встречи с семьей и юные читатели библиотеки получили дипломы и призы.